подготовили новую группу наших выпускников по мануальной терапии, да, и награждается Каверихин Алексей Юрьевич. Прошел обучение в следующим дисциплинам: анатомия человека, воздействие на костно-связочный аппарат, мануальная коррекция позвонков, таза, головы, рук, ног и так далее. И присуждена квалификация специалист по мануальным практикам. Громко звучит. Получаем добро пожаловать. Да, фотографируемся вот так вот. Да, вот так. Взялись. Но это еще не все. У нас есть клятва. Почти Гиппократа. Надо ее зачитать. Вот сюда возлагаешь руку на золотую длань мастера. Я, Каверихин Алексей Юрьевич, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесно-ориентированных практик, Альфа-ТОП, будут приносить только пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины – не навреди. Так что мое мануальное воздействие рук будет теперь оказывать только врачебательское действие, целебный эффект. Во имя спасения, восстановления всех тел человека в качестве гармоничного божественного сосуда. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарим всю нашу группу. А теперь все, выключается.